все покупки за 3 года. Мне не верится, что Тим торговал подделками. Гарон покупал эту утенка. Десятки картин. Да, и по словам Рока, каждая из них могла быть подделкой. Джоэлс Маттерсон, 1100 стоит? Да, но Рок вам платил только 1000. Финк мог получать миллионы. Кто сказал, преступление не окупается? Если бы меня так и развели, я бы убил. Это же снят претензии Харлона, а также Джей. Нужно поговорить с Харлоном.